Всем здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим все первозданные искры, которые есть в данной пустыне, в новой пустыне, ребята. И одну из них мы уже ранее разблокировали в видео, где нужно было разгадать загадку, связанную с факелами. Здесь их 4 штуки, на самом деле ничего сложного. Вот появляется здесь возможность разблокировать. Давайте сразу тогда приступим. Так, нам главное сейчас просто довести до нужного нам места, да? Так. Ну, я чувствую, путь не близкий, если что. А, нет, смотрите, уже есть что-то. Так. Не имеет значения, их не надо убивать, я думаю. Главное, самому не погибнуть. Немножко не успели. Поехали. А, ну я уже, кстати, даже знаю, куда это надо будет. Секундочку. О, да. Ну, за эту сундук хотя бы дадут. Нет, потому что нам нужно будет привезти, видимо, еще одну, да? Ну, а вторую, конечно же, можно найти на шахматной доске, ребят. Вот. Надеюсь, здесь никто сейчас... А, этот-то живет, я так и знал. Ладно, не будем обращать на внимание. Поехали. Нам нужно хотя бы понять, что за... ради чего мы все это делаем-то. Так, 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 и... дальше. И этот сможет ожить? Ну нет, ну вы серьезно? Так, а сундук, по идее. Да, смотрите, действительно, сундук. Вот оно что, ребят, это драгоценный сундук. Ну отсюда, с этого места, мы и пойдем к следующему, давайте. Телепортироваться никуда не стоит, поэтому просто бежим. Нам нужно будет забраться наверх, потому что там есть еще одна как раз загадка, связанная с искрой. Я думаю, что смогу сделать таким образом. Надеюсь на это. Давай, 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 давай. Так, не, ребят, погодите. Это даже не тот сундук, который я пришел забирать. Угу. А вот здесь вот как раз то, что нам, в принципе, требуется. Видите, да? Так, а как разблокировать? Это мне надо будет убить кого-то? Так, я был прав. Так, вопрос, где она, кстати, находится? Сюда-то мы ее, конечно, приведем без вопросов, но... Ох, ты ж как сложно их убивать-то. Так, отлично, по-моему, это лучше справляется, чем Аяка. Так, давайте заберем... А, она появилась, смотрите. То есть она разблокирована была, и мы сразу появились. Поехали. Все забрали, да? Отлично. Ничего не упустили. Секунду, секунду. Деньги заберем, поехали. И дальше. Набросились-то. Вот оно что. Так, понятно. Долго, конечно, вели, но тем не менее. Я надеюсь, хотя бы нормальный сундук, необычный какой-нибудь выпадет за это. О, я понял тебя. Богатый, кстати. Это тоже неплохо. Поехали дальше, ребят. Следующая точка телепортации вот здесь. Вот искра находится недалеко. Давайте добежим до нее сначала. Надеюсь, это реально принесет нормальный какой-нибудь сундук, богатый как минимум.
Так, сюда надо повернуть направо. Этих ребят можно не трогать, в принципе. Давайте, 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 поехали. Упс. Ага, отлично. Хотя бы привели. Я надеюсь, этих двоих не надо будет убивать, чтобы получить сундук. Давай. И... Опа. Обычный сундук. Ладно, уходим отсюда, ребят, уходим. Мы продолжаем именно с этого телепорта. Следующее место, куда нам нужно будет отправиться с помощью вот этих вот быстрых переходов. Поехали. Так. Имейте в виду, что сейчас я выполняю все эти загадки только после того, как я прошел все квесты заданий мира. В этой пустыне. У вас все, по идее, должно быть уже разблокировано к этому моменту. И здесь нам нужно повернуть налево. Так. Вот она. Я помню, я оставил ее здесь, когда проходил. Поэтому давайте сейчас доведем. Поехали. С этого места, где мы и закончили, мы продолжаем путь, ребят. Давайте я покажу, как дальше надо будет пройти к следующему месту. Так. Так, так, так. Мы выходим, получается, в основной зал. И нам нужно будет идти, по-моему, прямо, если не ошибаюсь. Так, вот. Уже одну штуку вижу. По-моему, их здесь две, если ошибаюсь. Да, вот один, два. Их надо будет сейчас завести, посмотрим. Возможно, здесь будет хотя бы нормальный сундук. Поехали. Полетело. О, деньги. А, смотрите, там есть монументы еще. А, ну, видимо, мы разблокируем эти монументы, я понял. Есть. Короче, нам нужно будет то же самое сделать со второй искрой. Так, и поведем мы ее, конечно же, с другой стороны. Поехали. Но вы видели, какой там сундук, так что... Неожиданность какая! Давай, 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 давай. Да, ребят, ну подождите, но дайте мне довести. Мне нужно будет сейчас менять, к сожалению, отряд, потому что у меня нету дендер-персонажа. Поэтому, а чтобы поменять, мне нужно будет убить этих плесенников. Да, ситуация, конечно, накаляется, накаляется. Так, отлично. По идее, нам уже никто не должен помешать. Так, здесь мы поставим, давайте, колея, она подойдет идеально сюда. Ну, давайте активируем. Один и вот там вот два. И... подождите.
А, вон третий, смотрите-ка, я уже думал... Третий? Четвертый должен существовать! Отлично, я уже прям догадался, где он находится. Минуточку внимания, подождите, ну я же явно активировал еще несколько штук, или где-то еще может быть. Что? Мне пришлось немножко отойти назад, чтобы увидеть еще два монумента. Кстати, это действительно очень интересная тема. Так, ладно, смотрите, тут помимо этих трех есть еще два как минимум. Я не удивлюсь, если сейчас мне скажут, извините, но вам нужно будет найти еще парочку. Пятый. Есть! Ну какое же это чудо, а? Ребята, это супер прям. Так. На память, так сказать. Давайте заберем все это. Продолжаем наш путь. Следующее место находится в земле трех каналов. Используем данную точку телепортации под землей, ребят. Давайте спустимся вниз тогда. Я покажу, как туда добраться. Можно получить еще один сундук. Так. Бежать, конечно, придется чуть дольше, но в любом случае это сундук. А там есть исток, ребят. Поэтому упускать возможность не стоит. Так, двигаемся дальше, по-моему. Да, вот, отлично. Мы в нужном направлении. По-моему, это было сверху, если не ошибаюсь. Сразу на лестницу забираемся. Вот здесь уже есть у нас она. Поехали. Я не знаю, куда она полетит. Я очень надеюсь на то, что она полетит вниз. Может быть, этого и не надо, слушайте. Может быть, я в свое время сюда ее привел. Погодите. Как она поведет себя? А, нужно было сюда просто ее довести. Понял. Так, сундук обычный. Последнее место, куда мы отправимся, находится вот здесь, недалеко от данного телепорта. И давайте прям сразу побежим. Пока я буду бежать, есть небольшое уточнение. Надеюсь, к этому моменту вы посмотрели мое видео, как получить власть в городе Гюрабат, потому что вы эту комнату, к сожалению, тогда не откроете. Если вы еще не посмотрели, посмотрите, как это сделать. Буквально 5 минут, это несложно. И после того, как вы уже, соответственно, получили власть, здесь вы можете активировать. И зайти, наконец-то, в эту великолепную комнату, где, кстати... Я здесь еще, естественно, не был. Возможно, что-нибудь есть полезное. А, ну искра, по крайней мере, есть. Так, на секунду. Тут много всего интересного. Да нет, ребята, давайте разберемся с ними. Это последнее место, поэтому спешить некуда. Так, отлично. Они нам больше не помешают. Уже хорошо. Не, ну вы смотрите, еще один побежал. Это... Так, ладно, мы можем просто разблокировать. Давайте посмотрим, в чем будет проблема, да? С вентилятором, скорее всего. Да, смотрите, с вентилятором. Эту штуковину надо как-то 100% выключить. Ну а чтобы это сделать, скорее всего, нам потребуется использовать... А, она не активная? Ничего себе. Вопрос. А, повернуть. Он же работает через стенку, да? Он же работает через... Нет, через стенку он не работает. Погодите, мы можем использовать вот эту штуковину. Активировать. Да, отлично. Так, после этого мы активируем эту штуковину. Поехали, вентилятор не работает. Но, с учетом того, что сейчас работает другой, по идее, все будет очень плачевно, да? Нам нужно будет повернуть... Погодите, ну, повернуть вот эту штуку, да? Смотрите, она встала специально для того, чтобы... Вентилятор выключить можно было. Выключили? Все, а теперь можно эту штуковину дальше вести. Молодцы, придумали, классно, если что. Давай. Так, после этого дальше идем. А, ну все, понятно, я вижу уже, куда она встанет туда. Давай быстрее.
Опа! И драгоценный сундук, заметьте. Он очень приятный, я вам скажу. А на этом, в принципе, видео закончено. Надеюсь, вам понравилось. Напишите в комментариях, было полезно или нет. Мне, если кому-то помог, очень буду рад. И не забывайте нажимать на колокольчик, естественно. Так вы не пропустите мои видео. И... нажимайте лайк, ребят, нажимайте лайк, естественно. Смотрите видео до конца. И подписывайтесь на канал, ссылочки которых расположены в описании к этому видео. Потому что там больше контента, и видео выходит намного быстрее. Увидимся, ребят. Пока-пока.